Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemo Toys, и сегодня перед нами трактор. В этом наборе имеются две оси разного размера. Вперед по инструкции. Обращаем внимание на то, как расположен рисунок. Переходим к кабине и колесам.
используем ось для выравнивания. Если вы так же, как я, случайно сломали детальку, это я о том, как сейчас на заднем плане от трактора отваливается крыло, не пугайтесь, это все поправимо с помощью клея. Вернемся к колесам. Здесь на этом этапе нужно соблюдать последовательность. Короткая ось для передних колес, длинная ось для задних. Оси приклеиваем только к колесам. Ну вот мы и справились. У готовой модели вращаются колеса. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lema Toys. И вскоре вы увидите новое видео. Пока-пока!